Вон. Пытаемся продышаться воздухом чемпионата мира. Ну как воздух? Воздух хороший. Думаю, может, что-нибудь все-таки проснется во мне. Кстати, за камерой Альберт Кузилов. Кто не знает, я сейчас покажу это лицо. Может, вспомнит его. Так как у него майка Москва Сити, это не значит, что он из Москвы. Парень из Грузии. Окей. Думаю, вот это лицо вам будет знакомое. Рад всегда встретить этого человека. Вот раз вас видеть, теперь уже на казахской земле, да? Мы с вами видимся всегда в разных странах. Какой состав привезли, как вообще? Неплохо. Неплохо? Женщина неплохо. Так. Мужчина нужно ждать. Ждать сколько надо? Я вот везде говорю, что для подъема американской тяжелой атлетики, когда действительно она будет более сильная в мужской категории, надо 5 лет. Вы что говорите? Это тоже так. 5 лет? Да. Вот я потому что всегда говорю, 5 лет ждите, и американская тяжелоатлетика будет немножко популярнее. И больше поднимать будут. Да? Все нормально? Да, это так. Ну, удачи вам. Это первые шаги к чемпионату Европы. Нет. Если шаги и будут, так к чемпионату мира. С вами будет в Грузии невозможно бороться. Брейк! Видишь как? Не в силах я еще пока бороться. Поэтому родной. Good. Good.
Ну как, все нормально? Да если кто вдруг не узнал, это Андрей Рыбаков. Мы немножко по-разному выглядим, когда нас приезжаем на соревнования и вне зала, да? Да. Нормально все? Чувствуешь, хорошо себя? Хорошо, да. Да? Молодец. Удачи тебе. Как я уже говорил, кого только не встретишь на чемпионате мира. Вот Денис Готвиц, не занимаясь, выглядит здоровее, чем занимающиеся спортсмены. Еще один олимпийский чемпион. Надеюсь, вы его узнали. Георгий Асанидзе. Тоже выглядит здоровым, да? Как, не, как все говорят, да? Заканчивают, ребята заканчивают заниматься и становятся этими такими додиками. Не, здоровые ребята. I'm not sure, but I tried to find it. Don't do that. Is that 200?
Yes! Good! Woo! Казахстан! Ну что, можно сказать, что я немножко вернулся. То, что порвал на чемпионате мира, пусть не на помосте, но на чемпионате мира 200 килограммов. Приятно. Приятно, блин. Немножко я думаю о травме, но не даю полностью раскуражиться, но все равно 200 сделали. Круто. Артемыч, легко. Как состояние? Да? Когда ты планируешь в следующий раз выступать? На Россию? Слышь, скажи мне, пожалуйста, а где Россия у нас летом следующий? Не знаю, не смотрю. А то я тоже хочу приехать посмотреть. Задориться, да? Хотел приехать посмотреть. Полный зал, все пашут. Какие кадры? Сам думаешь, сколько сейчас так на скидку сможешь потолкать? На 210. 210 сможешь, да? Ну скромничаешь или 210? Скромничаешь? 210. Скромничаешь, да? Ким Гуан Сон, чемпион Кореи, second attempt. Евгений Чумкутов, 16-11 сантиметров. Thank you.
Российской команды, кого мне удалось поймать после соревнования, Олег Чен. А, ты не смотрел уже видео вообще соревнования? Ты себя видел? Не смотрел? Просто ребята под видео писали, что жалко, что Олежек выступил хуже, чем мог. Там, и не каждый знает, что с тобой случилось и что была у тебя травма. Да, расскажи, что было. Операцию делал. На что? На колено. Клещевой перелом был вот на Европе, я выступил когда в Израиле, после этого делал операцию, поэтому... Это сколько времени назад? Я в мае делал, 14 мая операция была, а прошел, получается, подготовка, 2,5 месяца прошло, подготовка к миру. Ну, то есть, считай, успел навалить-то его? Форма нормальная была, конечно, Что не так? Там, кстати, я читал один комментарий, был о том, что типа тренера как бы профукали один подход. Это серьезно? Потому что я не обратил внимания. 153 когда порвал, и 2 минуты там как килограмм получается. Так. И потом было время перезвиться, там, если честно, сидел египетский секретарь, он записывал веса. Когда мы подошли перезаявлять, время еще было, и он сказал, нет, нельзя, все. Ну, то есть это так опять прессинг небольшой в российской команде, да? Получается, да, вот так вот получилось. Какой-то... Ты вообще расстроился? Ну, конечно, расстроился, да. Надеялся на другой результат. Хотелось выступить, показать себя. Вот что дальше, раз... какие дальше планы? Будем готовиться сейчас. Куда следующий? В Европе. Ну, сейчас форму набирать, надеюсь, болячки все заживут. Будем идти вперед. Ну давай, все за тебя болеют. Уверен, что ребята расстроились, но все равно желаю тебе удачи. Спасибо. Давай.
Круто. Thank you.
Третье на лестнице в финалке. Когда мы пойдем приседать 160? Я сегодня 60 приседаю. Я сегодня 200 порвал. Ну, я видел. Надо 160 запечатлить. Хорошо. Да, завтра? Завтра, да. Можно завтра. Нет, можно или завтра? Давай завтра, да. Окей. Okay. Хорошо, завтра 160. Давай, окей. Okay. Закончился очередной день вот нашего пребывания в Казахстане. День получился для меня клевый, я очень доволен. Я на самом деле планировал двушечку порвать в Казахстане, и когда вот 190 порвал без лямок в Мельбурне, я задумался о том, чтобы порвать здесь. И немножко вот эта вот травма, которая случилась со мной в другом городе австралийском, немножко мне настроение подпортило, но Григорий, ну, не зря я вызвал. С волшебными ручками. С волшебными руками, да. Она мне 2 дня хреначила массаж. И не только волшебными ручками, но и волшебными ножками. Вот поэтому я сегодня забабахал 200. И когда сейчас заканчивались соревнования,
и албанец пошел на 211. Я вспомнил Олежку Перепеченного. Олежка, ты до сих пор сильный. Скоро твой рекорд будет самый старый из всех нынешних рекордов. Удачи тебе. Пойдем отдыхать.